В администрации города утвердили программу празднования 80-летия Балхаша. Выставка «Юрт-зоо-конкурс», автомотопробег, авиапарад, парад судов, флешмоб и не только посвятили юбилею. 8 выставочных юрт появятся на набережной. У каждой своя тематика. Один казахский дом посвятят батырам, другой – металлургам, третий – первостроителям. Мастерам-ремесленникам, спортсменам, культурным деятелям Балхаша, местным зданиям и достопримечательностям также выделят отдельные места. Подведут итоги всех конкурсов, посвященные 80-летию города. И, конечно же, большой концерт в программе празднования. В подарок горожанам выступление звезд казахстанской эстрады и российской эстрады. В заключении грандиозный салют. День рождения Балхаша планируют отметить в середине сентября. Точная дата будет известна.